аж лицо свело. Да. Реально говорить не могу. Такое ощущение, что у меня инсульт какой-то. Нет, а на самом деле это просто лицевые мышцы свело. Прям реально холодно. Надо будет баф сейчас надеть. Всем привет, дорогие любители активного образа жизни по субботам. Сегодня суббота, вы не поверите. Я иду по микрорайону Желебино. Сейчас буду спускаться в метро, чтобы доехать до Кузьминок. И в Кузьминском лесопарке хочу пробежать паркран. Возможно, там будет известный политик в широких кругах. Возможно, он с нами тоже побегает паркран. Но цель моего-то визита, конечно, на это мероприятие совершенно не политическая, а совершенно классическая, зожная. Посмотрим очередной раз, как изменились мои результаты по этой трассе. И пробегу эти 5 километров, посмотрю, что получится. Погода сегодня просто огниво, уже снег летит, вот если видно, да, моя шапка вся запорошилась. Вот, холодно, но экипировка нормальная, в принципе, я уже согрелся, поэтому сейчас добегу до паркрана, сделаю там разминочку и пробегусь. Ну, в общем, такая вот сегодня субботнее утро. Город еще не проснулся, все еще отходят от новогодних праздников. Людей нет, на улице темно, света Божьего не видно. Вероятно, еще рассвету не наступило время подниматься. Но бег, он и в Африке бег. Что делать? Вот так. Короче, 15 минут до начала, до старта. Я нахожусь уже в Кузьминках. Вот вам, пожалуйста, выписка. Уже в парке. Еще, короче, пойду бегать. Снежище сыпет. Солнце не появилось, по-моему, его сегодня отменили, у него выходной день сегодня, солнце. После финиша приму решение бежать пешком домой, где-то около часа надо. Вот, либо на метро опять поеду. Опоздал на разминку, смотрите, там все разминаются уже. Сейчас старт уже будет, а я тут пришел, я еще даже еще вещи не скинул, ты смотри на них. Ну, серьезно, ребята, вон они все. Разминаются, короче. Пойду зарегистрируюсь. Будем считать, что я готов. Под крышей прячусь. Не хочу уходить туда под снег прям совсем. Вот. Сейчас у нас несколько буквально минут до старта. Покажу вам сейчас немножко людей. Все, финишировал, солнце включилось, немножко стало, все, снег сыпет, но в целом нормально. 22.42, 5 километров, паркран Кузьминки. Снег скользко, перепады там небольшие есть. Ну, в целом, я думаю, что где-то в 31% финишировал, где-то так. Ребят, конечно, прям вообще подготовлены, очень хорошо бегают. Особенно в конце, когда они начинают, как они классно, грамотно раскладываются. Это прямо вот можно приезжать сюда и для этого учиться у них, как они хорошо раскладывают темп. Прям до секунды контролируют. Это, конечно, офигенно высокий уровень, конечно, атлетов здесь. Собралось, насколько я понял, сегодня чуть больше 100 человек. Вот, и, ну, и все там от мала до велика. Вот, и насколько я понимаю, в этом году это уже рекордное такое число. Потому что в прошлый раз было меньше. А еще иностранцы вот там, вот, если слышите, разговаривают на английском языке, тоже приезжают бегать. Ну, вообще, на самом деле, очень рекомендую это мероприятие для тех, кто живет рядом с какими-то паркранами. В Москве их полно, их там, по-моему, что-то около 30 или там около 20 точно. Вот, в каждом лесопарке они есть. Хотел небольшой контраст просто показать. И вот воркаут-площадка Кузьминки, Москва, 2020 год, январь. Красота. Что-то мало атлетов, я смотрю, блин. Видимо, все атлеты в шапках-невидимках. Они не хотят шокировать меня и всех пробегающих мимо ребят своей мускулатурой и точной техникой выполнения упражнений на турниках.
такая вкусняк на дорогах. Прям вообще, тут-то снежок все беленько, чистенько, но на дорогах, блин, такое вообще вкусняга. Ну вот, я уже в своем родном домашнем, надо сказать, Жулебинском лесопарке. Все мои тропочки здесь, понятное дело, мне известны. Пересек я эту страшную магистраль под названием МКАД. Ужас, конечно, какой-то там просто происходит. Снежище сыпет, реагент целыми просто струями там отовсюду. В общем, страшное дело. Ладно, а здесь зима. Вот она, настоящая русская зима. Снег, класс, все хрустит, холодно, пальцы окоченели. Ну все как и полагается. Все нормально, я на родине. Во всех смыслах. Иду домой, чуть-чуть осталось. Отогреваться буду силовыми упражнениями сегодня. Всем бег! Ребята, не бойтесь зимы, зима это хорошо, зимой тоже можно бегать. Просто чуть потеплее одеться и все, все хорошо. Бег. О! Аж лицо свело. Да. Реально говорить не могу, такое ощущение, что у меня инсульт какой-то. Нет, а на самом деле это просто лицевые мышцы свело. Прям реально холодно, надо будет баф сейчас надеть. Все, моя тренировка закончилась на сегодня, суббота. 8 выпал, 1-3 часа. Трехчасовая у меня была сегодня тренировка. Снежище еще сильнее стал. Вообще все в снегу. Вот, но если нормально одеваться, то вполне себе все хорошо. Всем бег. Всем бег. Всем бег. Побегали хорошо, размялись. Пока я думаю, что тонус прежний, все хорошо, результаты есть.